Натрий – один из важнейших микроэлементов, который необходим для нормального функционирования организма. Натрий участвует в регуляции водного баланса в организме, очень важен для работы сердечно-сосудистой системы и не только. Давайте разберемся в теме подробнее. После попадания в тонкий кишечник натрий всасывается в кровоток через его стенки. Оттуда натрий проникает в межклеточную жидкость и внутриклеточное пространство. Один из важнейших органов, который отвечает за регуляцию уровня натрия в организме – это почка. Однако при необходимости почки также могут задерживать натрий и возвращать его обратно в кровоток для поддержания нормального уровня. На экране источники натрия. Он содержится в капусте, брокколи, цветной капусте, картофеле, фасоли, винограде, арбузе. А правда ли, что натрий очень полезен для здоровья зубов и почему? Да, это так. Фторид натрия является эффективным средством защиты зубов от кариеса. Также он поддерживает здоровье эмали зубов. Необходимо отметить, что натрий обладает антибактериальным средством и свойствами и может предотвратить развитие запаха в ротовой полости. Натрий помогает передавать импульсы между нервными клетками и мышцами, что позволяет им правильно функционировать. Натрий также обеспечивает контроль сокращения мышц, что позволяет нам двигаться и выполнять различные действия. А к чему может привести дефицит натрия в организме? Дефицит натрия, либо гипонатриемия, может привести к сонливости, судорогам, помрачению сознания. Необходимо отметить, что недостаток натрия развивается стремительно и может в тяжелых случаях привести к отеку головного мозга и коме. Важно понимать, что несмотря на полезные свойства натрия, слишком большое потребление соли, хлорида натрия, может быть вредным для здоровья, особенно для людей с гипертонией. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ.